Вот так весело начинался в больших Веземах праздник, посвященный Дню знаний. Уже через считанные часы эти мальчишки и девчонки сядут за школьные парты. Кто-то сделает это в первый раз, а пока они вовсю развлекаются с фиксиками. Будущие первоклассники, которые у нас идут в первый класс, а также школьники из младших семей со второго по одиннадцатый класс. Это сегодня Зубовского района, детки. Алена, давай пятерку. Это у нас и Одинцово, это у нас и Голицыно, большие Веземы, малые Веземы, Увенка, старый городок, новый городок, Никольское. Алена, давай пять. То есть постарались объять всех. Акция проходит в поселении впервые. 64 ребенка из многодетных семей получили подарки к школе. Первоклассники – полностью собранные портфели. Дети постарше – школьные принадлежности. В Больших Веземах много многодетных семей. У нас вообще очень много детей. И по проценту детей мы занимаем лидирующие позиции вообще в районе. Наталья воспитывает 7 детей. Вот-вот на свет появится 8. Многодетная мама считает, что подобные акции – большое подспорье родителям. В этом году в ее семье сразу 6 школьников идут получать знания. Попробуй-ка всех собери. Дети очень счастливы, мы ждали этого дня. Нам большая помощь в плане подготовки к школе, и портфели, и канцелярии. Вот благодарим, очень счастливы. Спасибо за праздник, что пригласили нас. Даже ноги заболели. Спасибо за праздник. Мне понравилось прыг на батуте. Праздник состоялся благодаря спонсору. Им стала известная шоколадная фабрика, находящаяся в Больших Веземах. Социальной деятельности здесь уделяют особое внимание. Мы делаем это здесь, на территории Одинцовского района, в первый раз. И, собственно, хотели бы, чтобы дети получили удовольствие, праздник перед не менее большим праздником, великим Днем Знаний. Подарки к 1 сентября готовят и местные власти. Это уже стало хорошей традицией. Мы проводим несколько акций, называется «Собери ребенка в школу». Мы также приглашаем многодетные семьи, малообеспеченные семьи, малоимущие, сложные семьи. И тоже вручаем им подарки. Дети долго не хотели расходиться. Они пошли домой только после того, как им пообещали. Праздник обязательно повторится в следующем году. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».